А тем временем в республике полным ходом идет сбор арбузов. Сладкие ягоды уже можно найти на прилавках магазинов. Чаще всего при выборе покупатели предпочитают арбузы с местных полей. Так для бахчевых культур идеально подходят земли Кизлярского района. К примеру, в селе Речное в этом году под них выделено более 20 гектаров. Там и побывала наша съемочная бригада. Слово Патимат Ханаповой. Сладкий арбуз, лекарства нету, половина мед, половина сахар. Удобрения нету, если удобрения было бы здесь, были бы эти проволоки, пустые места были бы, поэтому удобрения нету. Оно весь плотный арбуз, чисто природный. Экологические продукты. Сочные, сладкие и экологические. Так оценивают свои арбузы местные бахчевики. И этим они не обманывают. Гибридный сорт «Користан» действительно славится своим качеством. Семена его выводятся в Швейцарии, но выращены эти крупные желто-зеленые ягоды кизлярскими земледельцами. Занимаются они этим вот уже десяток лет. И потому в бахчевых культурах в Дагестане им нет равных. Кизлярский арбуз вкусовым качеством отличается именно из-за того, что мы его поливаем телечной водой. Всем это известный факт. Мы вывозим в Питер, Москву, в ту сторону. Клиентов у нас очень много. Был бы урожай хороший, а куда отправить, мы найдем. А урожай в этом году хороший, более 70 тонн с гектара. А в общей сложности в селе Речное аграрии посадили арбузы на 20 гектарах. Посадили, выходили, и клиентов тоже уже нашли. Теперь дело остается за малым – собрать урожай. Непростой труд сборщиков арбузов. Здесь почти под 40-градусную жару каждый день собирают около 50 тонн этой сочной ягоды. А это значит, что один рабочий в день собирает около 700 арбузов со средним весом в 8 килограмм. Арбуз и користан весят иногда до 15-16 килограммов. Их особенность – яркий цвет, хорошая транспортабельность, наполовину мед, наполовину сахар. Так на кизлярских землях характеризует этот сорт. Даже при выборе, отмечают аграрии, здесь не нужно следовать правилам. Каждый плод хорош. Шум какой у него. Любой арбуз можно уверенно взять, снять его. Раньше было такой девушка, мальчик. Сейчас все арбузы одинаковые. Выбрать можно любой. Самый большой, самый вкусный бывает. Ближе к вечеру бригада тружеников заканчивают собирать очередную партию. А уже завтра некоторые из этих арбузов поступят на рынок, а некоторые отправятся на фуре в другие регионы страны. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Кизлярский район.